Всем доброго времени суток. Мы живем в первобытном веке. У нас нет ни света, ни воды, ни связи. И поэтому я решил пойти на рыбалку. Так как дует легкий ветерок, метров 15-17 в секунду. Жарища стоит, 12 градусов. Дождичек он какой-то моросит. Поэтому что делать? Правильно, идти на рыбалку. И решил сегодня просто так часик пробежаться по ручейку, посмотреть, как у нас будет рыбка отзываться, если будет отзываться на танага. Ну вот, дождь пошел, все. Может, чего-нибудь поймаю. Может, не поймаю. Сейчас попробую супер смесь замесить, что получится. Глютенчик и мотыль карась. Я уже испытал эту смесь. В принципе, карасик хорошо отзывался. Ну, как здесь будет, не знаю. Погода, сами видите, какая. Так что, ну, кто-то уже раз пытался клюнуть. Может, чего-нибудь и получится с этой нашей затеей. Ну, не все же дома сидеть. А то так и одичать можно. Для того, чтобы приготовить нашу суперсмесь, делаем следующее. Берем глютен. Вот такая ложка у меня крутая есть. Детского питания. Берем такую ложку. Посыпаем в баночку. Затем берем нашу смесь. По идее, это делается не так. Ну, мы будем так. Берем ложку, высыпаем. Берем еще одну ложку, высыпаем. По идее, можно было бы сделать две ложки смеси, две ложки воды. Три. Все это когда маленько разойдется. Потом туда ложечку глютенчика. Потому что рыбка у нас здесь в основном пескарь-уклейка. И такие монстры, что ого-го. Идем к воде. Берем три ложки воды. И все это аккуратненько размешиваем. Надо было глютенчик со смесью в сухом виде можно было размешать. Теперь даем маленько настояться. Буквально несколько минут. Что-то рыбы нет. Ни пескари не хотят, ни уклейка, никто. Да, завтра лето. Здесь рыб нет. Отказывается клевать категорически. Да, что-то
Не в то время я пошел. Все, пропала где-то вся рыба. Не хочет вообще клевать. Но все равно надо что-то найти-то. От нуля-то надо как-то уходить. Опа. Опа. Натанага клюнул окуняра. Ну что, от нуля же ушел. Надо сфоточь, потому что не поверят. Опа, беги. Монстр. Чуть удочку мне не сломал. И то поклевка вот по бусинкам в сторону пошли. Ого, опа. О, еще окуняра. Наверное, тот же. Один тут такой голодный на всю речку сидит. Может, стая? Ну, от нуля-то ушел. Уже не зря пришел. Два окуня завалил. Не просто так. Что, дальше пойдем? Что-то здесь окуни кончились. Нашел еще местечко вроде. Ну что-то погода у нас, да, летняя. А вы гляди, снег пойдет. Что-то не хочет здесь рыб клевать. Что-то под кустик закинем. Ладно, там еще пару мест осталось. Посмотрим. Если там ничего, идем домой. О, вон балдеет, играет. А че не клюешь? Вроде лето только завтра. Уже травы наросло. Вот здесь вода под самые берега, когда стояла. Вот рыбалка, когда надо было идти. Но не клевал нифига. Что-то чувствую, извращения сегодня они будут, а не рыбалка. О, местечки какие хорошие. Но лезть туда неохота. Поэтому пойдем дальше. Кого-то поймал. Ага. Супер уклейка. Да, в такую погоду какая рыба? Ну, клюешь ли кто-то? Ну, тем не менее, уже три рыбки поймал. Уклейку и два окуняра кабана завалил. Ага.
здесь все как обычно. Какую-нибудь палку. Палку, цеплялку. Где-то там что есть-то. Вот такая палка-цеплялка должна быть. Ладно. Нету рыбы где-то, нету. Ни пескаря нету, никого нету. О, кто-то стукнул вроде. Может, к берегу не хочет подходить. Вау, клеща! Нашел местечко, где рыб стоит. Опа. Надо сфотать. Так. Вау, клеща. Беги. Ух ты, обманул. Опа-на. Крупняк пошел. Пескаря нету. Куда-то весь сбежал. Ну, погодка, блин. Так. Еще суперрыб. Такой. Ух ты, крупняк! Даже в такую поганейшую погоду можно попробовать чего-нибудь поймать. Кто-то теребит. О, клеща.
Божище. Надо было сегодня на щука найти. Погода сама щучья. Иди далеко, машину в ремонт угнал. Обычно здесь пескарика много поклевывает. Тут что-то вообще тишина. Ух ты, кто-то клюнул. Ух ты! Как дернул-то? Может, окунёк? Может, удочку? Может, ельчик? Может, уклейка кабан? Грамм на 27. Что-то я околел уже, несмотря на то, что завтра лето. Ладно, буду собираться, несмотря на такую отвратную погоду. Вроде даже умудрился чего-то половить. От ноля ушел, завалил пару окуней, кабанов, уклеищ. Сейчас еще по дороге домой, может, еще куда пару раз закину. Ну, все лучше, чем сидеть дома, пялиться в телевизор. Вот так, глядишь, все, время с удовольствием провел. Еще потеплее было бы. А то что-то змерзся. Около речки попрохладней. Что-то ни карасиков сегодня нету. Не пескарей. Пойдем в сторону дома. Так, супер тесто оденем. Сямба клюнет. Так, попался мне карасик. Я вот не знаю, вытащу я его, нет. Пусть погуляет. Вот здесь пацанчики надо. Все, убежал. Здесь подсак надо. Крючочек маленький. Вот такой вот. Да. Сейчас даже покажу, что за крючки. Вот такой крючок хитрый. Называется номер 3 от Фанатика. Ну, он не для карася, мелковат. Блин, жалко. А пацачек с собой что-то не очень охота носить. Ладно. Всем пока. Пойду домой.